Привет, вы на канале Me Life, It's My Life. Наша жизнь в Америке. Я Антон Поплавский. Других слов, Зибрагент на Ютубе и на Twitch. Вы можете меня найти. И я делаю это видео, чтобы рассказать вам, как ребенок видит процессы. Этот весь экспириенс через их глаза. Честно быть, оно мне вообще не нравится. И давайте я вам расскажу просто историю, как я их на самом деле получил. Типа один день мы пошли в наш, я хочу сказать, хоспитал, ну там, где зубы делают, да? Чистят. Чистят, лечат. Вы поняли. И там я сижу, и дядя говорит, приходит, говорит нам, тебе надо будет получать процессы. Мама, папа и мама такие, вау, мы в шоке. Типа они так чуть-чуть испугались, потому что в Беларуси они другие, как здесь в Америке. Но он сказал, что не бояться, это нормальная вещь с много людьми, детьми. И когда он показал имиджи на компьютере, что у меня будет в те, как долго, еще как, я был такой, ты знаете, вы знаете что? Положите мне эту вещь в рот, как просто как вы можете. Мы подождали три, может быть, 7 дней, пока не положили их внутрь. Когда положили их внутрь, они болели. Может, это была самая такая новая вещь для меня, мне честно было без разницы. Мне было жалко, что я не мог кушать много моих любимых едов. Ну, это понятно. Это кто? Потом, ну да, я не знаю, куда, что я хотела сказать. Окей, и мой отец за все время был очень хорошим дядем, мне он очень понравился, очень милый, он был прав с нами, теперь когда я ничего плохого сказал, извините, но вот это что-то случилось, или вот это случилось, или вот это. Прошел год с половиной, его нету, и пришел новый ортодонтист, этот раз это тетя, и мы честно, я знаю, я ребенок, я не должен сказать это, потому что я не знаю, как тяжело их на работу, она делала не самую лучшую работу, для себя честно. Вот давайте скажете, вы идете в магазин, и он говорит, о, мы продаем майки. Вы заходите внутрь, нету майк, и просто везде носки. Вот. Это непонятно. И это плохо, что это непонятно. Да? Да, она не делала самую лучшую работу. Типа, почти... И у меня есть пару линк называется, типа, когда все цвета, они вместе как-то заложены. Сейчас я договорю. Окей. Типа мы шли, чтобы узнать про вещь у меня сзади зубов. Называется wire. Оно даже у меня здесь, да. Взять, сделать все правильно. И, ну, конечно, она уже была сломана 14 дней. Она была так чуть-чуть поломана, и потом она сломалась. Я думаю, это что сейчас? Я не знаю, но я знаю, что я имела ту вещь 14 дней. Когда я заметила, что она так чуть-чуть ломалась, я думала, что это нормально. Типа 7 дней, когда оно уже выглядело, как и оно и сегодня было, как оно 3 дня назад выглядело. Она ничего не говорила. Она не хотела их снять. Она ничего не говорила. Типа она не была, она с нами не говорила так сильно, как наш последний ортодонтист. Мы идем туда, она говорит, да, сейчас мы все починим, потому что она не хочет слышать, как мы говорим вещи, которые нам не нравятся про нее. Или про них работаем.
Я не знаю, ну да. Она мне тут чинит. И потом говорит нам, что нам надо стараться меньше ломать. И спасибо, мама, что ты это сказала. Ну, моя мама сказала, типа, последний раз, когда у меня есть старый лонтернант, у нас никогда не ломался. Может быть, сломался два раза, но никогда. А здесь оно уже сломалось 10 раз. Типа, что я думаю, что они плохо работают. Конечно, они могут то говорить, что они не знают, как они это делают. Но я понимаю, что они делают плохую работу. Ну да, это мой весь экспириенс здесь. Это какая идея видео будет выходить. Каждый, ну, здесь папа будет успевать. Wednesday. Каждый Wednesday. Типа... Каждый другой, каждые 3-5 дней. Давайте так скажем. Спасибо, что смотрели это видео. Ложите лайк, посмотрите меня на Ютубе и на Твиче, если вы хотите смотреть, как я буду играть в игры. Потому что на Ютубе я не могу делать. Нам будет делать на моем папном канале. На котором вы сейчас смотрите его. Спасибо, что смотрели. Имейте хороший день. Лайк, сабскрайб, как я говорил. Комментируйте вопросы, которые вы имеете. И да, пока-пока.